нет, то, прожив уже 20 лет, я скажу такую вещь, что сейчас бы простил, потому что я знаю, так, знаю этого человека. Ну и, во-первых, я знаю, что она никогда бы этого не сделала, и никогда меня не предаст. И я думаю, это единственный человек в моем окружении, который за меня отдаст жизнь. Но чтобы это было, нужно было прожить 20 лет. А было всякое. Вот так скажу. Поэтому, конечно, отвечая на вопрос Егора, дать ли, может быть, второй шанс. Может быть, и стоит дать второй шанс, но все зависит от ситуации, от конкретной. Если говорить о дружбе, а не о супружеских отношениях, то в моей жизни я давал шанс и два шанса, и все равно люди меня подводили. И клялись, и на коленях стояли, и Сергей, прости, да я, да вот так вот, и все, друг, брат, там, как обычно, и все равно потом подводили. То есть, наверное, Егор задает такой вопрос, потому что он наверняка и знает ответ на этот вопрос, и вы с той стороны экрана тоже знаете ответ на этот вопрос, потому что каждая ситуация, она индивидуальна, и она не может быть похожей на чью-то другую. Да, есть общие формулы, есть общие фразы, но все индивидуально. Потому что если говорить, например, о, опять же, моем случае, да, то есть я скажу так, друзьям нужно дать второй шанс. Друзьям. Потому что бывает так, что, ну, человек там, знаете как, поспешил, там, что-то такое вот там, ошибся, там, может быть, где-то, как вам показалось,